Церемония награждения лауреатов 38-го Свердловского областного конкурса театральных работ «Браво» состоялась. Впервые фестиваль принимал Нижний Тагил. Творческие работы показывали на двух сценах – драматического и кукольного театров. Вручать дипломы и поздравлять лучшие коллективы оказалось непросто. Злодеи так и намеревались сорвать церемонию. К счастью, на помощь пришел Джеймс Бонд. За звание лучших боролись 18 спектаклей из 16 свердловских театров. В составе жюри – театральные критики из Екатеринбурга, Челябинска, Москвы и Санкт-Петербурга. Приз за лучший драматический спектакль взяла постановка с училища Серовского театра драмы. Это и лучший спектакль фестиваля «Браво-2017» по версии областной газеты. Лучшей постановкой в современном танце признана «Капелия Бот» Екатеринбургского театра «Провинциальные танцы». Мы на самом деле участвуем постоянно, мы уже лауреаты неоднократные, да, в прошлом году мы тоже получали, собственно, призы. Спектакль «Жар птица» театра балета «Щелкунчик» из Екатеринбурга стал первым сразу в двух номинациях – лучший спектакль для детей и лучший спектакль по результатам онлайн-голосования. Нижнетагильский драматический театр тоже отмечен высокими наградами. В номинации «Лучший художник в драматическом театре» лауреатом стал Дмитрий Разумов, художник-постановщик спектакля «12 стульев». Специальный приз жюри получил художественный руководитель Игорь Булыгин за виртуозную интерпретацию образа Кисы Воробьянинова. Я все люблю благодарю жюри и, конечно, самый лучший театр на земле – Нижнетагильский драматический театр. А Василий Мещанкин получил спецприз за создание 5 образов в спектакле «12 стульев». На главной сцене фестиваля директор театра Ольга Анисимова еще раз поздравила всех участников «Браво». Замечательно все прошло, зритель доволен. Ну, немножко грустновато, неделя у нас была такая очень активная, эмоциональная, потому что спектакли все разные, эмоции разные. Мы с удовольствием принимали наших коллег, радовались за коллег. С приятной грустью в душе актеры, художественные руководители театров области и, конечно же, зрители попрощались с фестивалем «Браво-2017».